участникам регионального чемпионата Обилимпикс награждается Макаренко Анастасия Алексеевна. Первый винегрет Настя приготовила дома несколько лет назад. И он получился таким вкусным, что девушка решила связать свою жизнь с кулинарией. На Обилимпиксе она заняла второе место в профессиональном конкурсе поваров. И это первая ступень к достижению цели – стать технологом пищепрома. Мне нравится оформлять и подавать. Каждый человек украшает, оформляет и подает свое блюдо по-разному. И то есть это твоя фантазия, так как ты хочешь, то есть все от тебя зависит. В Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления подвели итоги только трех компетенций – поварское дело, сетевое администрирование и программирование. Победителями стали ребята из Новочеркасска и Ростова, а лучших портного и учителя начальных классов выбрали в шахтах. Система образования у нас открыта для всех ребят. У нас в системе обучаются много ребят с различными инвалидностями, по разным нозологиям, но для них, для всех создаются условия. В ноябре чемпионы областного Обилимпикса отправятся на всероссийские соревнования в столицу. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Новочеркасск.